Полтора месяца назад эти первоклашки не умели плавать, а кто-то и вовсе боялся заходить в воду. Сейчас это их родная стихия. Хоть до профессиональной техники еще далеко, начало уже положено. И все благодаря областной программе «Умею плавать». Мы практически уверены в этом, что в течение там, 1-2 месяцев мы их научим плавать 25 метров. Программа «Умею плавать» действует уже второй год, и в перспективе с ее помощью можно будет не только обучать детей азам плавания, но и воспитывать будущих чемпионов. У Федерации плавания две задачи. Это научить детишек держаться на воде, научить плавать. И, конечно, мы стараемся отбирать тех, кто подают надежды, и ростить на будущее наших Лагуновых, Ждановых и наших знаменитых пловцов. В этот раз программа стартовала в обновленном бассейне спорткомплекса имени Личутина в Северном округе. Новая конструкция здания, вся сделана. Вентиляция старая не справлялась, была установлена новая. Старая была демонтирована, установлена новая. То есть стоимость этого проекта около 3 180 000. Обучают детей плаванию абсолютно бесплатно. Все средства выделены из областного бюджета, а город за свой счет предоставил бассейн и время для занятий. Остается вопрос доставки детей, соответственно, из других школ. Потому что здесь они и пешком, как говорится, доберутся. Да? Из Маймакса, например, или из Соломбала детей надо будет везти. Поэтому, скорее всего, городу придется где-то поучаствовать еще вот именно в процессе доставки, выделением автобусов, сопровождением. Сейчас здесь занимаются около 500 первоклассников из 3 школ Северного округа. В дальнейшем количество обучающихся по программе хотят увеличить. Михаил Меньшенин, Светлана Михеевская, регион 29.